Ребят, а что это такое? Офигеть, это же новый сезон Пиксельмона! Ребята, да, мы продолжаем, в принципе, не продолжаем, а начинаем новый сезон Пиксельмона, четвертый сезон, которая, версия которого вышла Пиксельмона недавно, в принципе, где-то неделю назад, и также мы играем на версии Майнкрафта 1.7.2. Вот на нас уже первая чурка напала, и сразу же сейчас нас, наверное, убьет. Только зашел в игру, твою ж мать. Ладно, ребят, давайте все-таки мы, наверное, это напишем, вылечим нашего покебона, так как, в принципе, мы только что зашли в игру, а нас уже вздрючили. Ребята. Сейчас, секундочку. Давайте сейчас. Что тут настройки? Нормальные какие-то поставим. Что тут еще настроить нужно? В принципе, больше ничего, как я понял. Так. Прогрузка на максимуме, да, отлично. Ребята, ребяточки. Я решил, что будет у нас включенный спаун всяких мобов, всяких зверюшек, всяких вот тут. Это что за... А, вот сейчас поднялось. Всяких, в принципе, вот этих зверей, монстров. Потому что, ребята, во-первых, давайте, в принципе, просто сейчас подумаем, чтобы было нормально. Это намного будет интереснее, ребята. Ну, просто вот посмотрите, чем это будет отличаться. И если вам не понравится, то я смогу выключить. Но, ребят, лично мое мнение, лично мое, что это намного интереснее, так как, в принципе, нам нужно будет... Пиксельмон, да, только с выживанием. То есть, нам не только нужно... нам не только нужно будет искать новых покемонов, их ловить, их прокачивать. Также нам нужно будет... отбиваться от монстров, которые на нас будут охотиться, можно и так сказать. Нам нужно будет... что нам нужно еще будет, ребята? Нам нужно будет делать себе еду, чтобы вот у нас уже голод как бы начался, да, нам нужно будет делать себе еду. Нам нужно будет просто-напросто, ребята, выживать, и мне кажется, это намного интереснее, чем просто бегать, охотиться на покемонов, убивать их, потом опять охотиться и прокачивать. Мне кажется, так намного будет интереснее, так как это будет более хардкорно, и мне кажется, это займет больше времени, чтобы собрать всех покемонов. Поэтому, ребят, я думаю, это намного будет прикольней. И, кстати, я установил себе мод Трикапитейтор, чтобы намного быстрее было это все ломать. Вот то, что у нас сейчас деревянный топор, это, конечно, не очень так быстро ломается, но все же. Сейчас оно все сломается. По поводу, ребята, покерадара не нашел. Я, в принципе, я пытался засунуть туда покерадари с версии 1.6.4, так как я искал, нету ли случайно покерадара на версии 1.7.2. Там писал, что покерадар с версии 1.6.4 точно так же подойдет на эту версию, так же, как и... Ну, как бы подойдет на эту версию, потому что более новой версии нету. Оно сразу же в инвентарь поднимается, офигенно. Поэтому, ребята, это, ну, не получилось у меня установить покерадар, поэтому, ребята, будем играть пока что с обычным, с обычной мапой. В принципе, может потом что-то надумают, и может кто-то еще сделает покерадар, фиг его знает. Ну, в принципе, вот такая у нас мапа. Нифига, ух! Да ты, ребята, да вы что, прикалываетесь? Ну что вы опять нападаете? Ну, пятый уровень, начало сезона, вы уже нападаете. Ребята, там уже деревня. Офигеть. То есть, давайте сразу же там поселимся, так как, в принципе, и в прошлом сезоне было, что мы возле деревни поселились. Там как раз и лес есть, и, в принципе, вот, как раз там нормально будет. Свинюшки там есть, нужно будет... седьмой уровень. Давайте попытаемся его убить. Во, отлично. Давайте попытаемся. Ребят, нашел я новый... как его? Текстурпак? Мне, если честно, он просто нереально нравится. Текстурпак просто нереальный. И если вы тоже такой хотите, то... Да твою ж...
Если вы тоже такое хотите, ребята, то напишите в комментарии, и я скину вам ссылку на этот текстурпак, потому что текстурпак реально очень офигенный, мне он очень нравится. Да вы чё, вообще офигели? Ну, ребята, ну харе нападать. А с шейдерами он вообще нереально смотрится. Ребят, харе нападать, пожалуйста, не будьте вы уже такими скотинами. Так, что нам нужно, ребят? Я уже и забыл, что нам нужно в первую же очередь. Нам нужно сделать... В первую очередь, ребят, как всегда, нам нужно себе построить хотя бы какую-то начальную конуру, да, чтобы просто там складывать ресурсы. И плюс к тому нам нужно пойти за ресурсами в саму шахту. Вот сейчас мне интересно... Да, я поставил себе вот тот мод, который помогает создавать NPS, так что мы сможем себе уже делать... мы себе сможем уже делать, как его там, продавцов, да, это уже, в принципе, отлично. Давайте попробуем, этот дерется, не дерется, охренеть, вообще не дерется. Ребят, сначала я буду выхиливать наших покемонов, потому что это просто капут, все нападают, ну... Ух, нихрена себе вас тут. Но соглашусь, то, что анимация тут просто нереальная. Когда выкидываешь покемона. Анимация тут вообще офигенная. И вот что я забыл сказать, ребята. Я же Чимчара выбрал. Хотел я все-таки сначала выбрать... Чаризарда, так как, в принципе, мы всегда выбирали Чаризарда. Но я решил выбрать Чимчара только для того, что как бы мы всегда выбирали Чимчара. И нужно уже бы выбрать какого-то другого начального покемона, согласитесь. И плюс к тому, ребят, я это решил потому, что Чармандер, да, он как бы... Ну, как бы это самый начальный покемон, который только существует. Ну, как бы, это самые первые покемоны с первой той всей фигни, которые как бы только начались покемоны, да, и вот сразу был Чаризард. А покемоны уже давным-давно начались, как бы уже много лет они существуют. Поэтому, в принципе, мы всегда выбирали самого обычного покемона, который же был сразу, да, и поэтому я сейчас решил, ребята, выбрать какого-то другого покемона, не только Чармандера, а какого-то можно и другого, то есть Чимчара, но, в принципе, охренеть, Марип. Вот только мы его хрен убьем, и он плюс к тому еще и босс, офигеть. Давайте сейчас попробуем. Может, он какой-то, фиг его знает, что он там. Нет, мы даже этого пятого уровня не убьем. А, не, убили. Юрий сейвит Редстоун, офигеть, откуда Редстоун? С Марипа Редстоун выпал. Давайте этого попробуем сейчас убить уже походу. Охренеть, да вы чё-то, ребята, вообще. Ну, в принципе, просто по приколу, ребята. Ух, охренеть. Да, нет смысла. Понятно, что нет смысла. Так. Сейчас уже ночь будет, и, в принципе, так как тут спавнятся уже... О, сейчас, секундочку. Ну, кирка тут реально офигенная, текстурпак просто нереально офигенный, ребят. Мне он очень нравится. Смотри, как блоки прикольно ломаются. Офигенно. Так, давайте себе немного соберем дерево. Какого нафиг дерева? Соберем камня, так как нужно себе сделать какие-то кирки, уже каменные хотя бы, и даже тот же меч нужно. Но просто то, что у меня тут включено вот это, спаун мобов, на карте они тоже показываются, но я, если честно, еще ни разу моба не видел тут, не знаю почему. Давайте сломаем один уголь. Сломаем, ну, как бы угольный блок, и сейчас... а почему? У меня же динамик лайта включен. Чтобы освещалось даже когда факел в руке. Ну смотрите, какой факел в руке. Он даже в руке горит. Это вообще офигенно. Так, давайте еще немного. Нет, сначала себе давайте сделаем уже хотя бы каменные. Ну, вещи. Так, давайте себе каменную кирку сделаем. Каменный топор. И каменный меч.
Смотри, какой офигенный камень. Вот такой деревянный, да, меч? А смотри, какой камень. То есть, как в реальном. Ну, в принципе, видно, что он прям так с камня, из камня сделан. Это мне очень нравится. Так, ну давайте уже вот эту кирку возьмем. Она уже получше будет. И еще добудем себе немного угля. Чтобы было на первое время. Потом мы, ребята, конечно же, пойдем в шахту. В шахту нужно же пойти, конечно же. Без шахты мы, в принципе, себе и хилку не сможем сделать. И нифига мы себе не сможем сделать. А покет-центр, если честно, тут еще ни разу не находил. Не знаю почему. О, это что такое? Это железо? Ну да, в принципе. Ну, в принципе, просто то, что тут новый текстурпак, да, и я уже... И не то, что я не привык, как тут все выглядит, да. А, ну, он реально очень офигенный. Так, давайте сейчас, в принципе, все это соберем. Офигеть, сколько тут железа. Ну, конечно же, нам же лучше. Офигеть. Вот тут залежи. Еще... Давайте сейчас все соберем, вот, отлично. И сейчас мы пойдем. Ну да. А вот это я не знаю, будет ли ломаться, мне кажется, нет. О! Вот! Вот сейчас я уже слышу монстра. То, что. Я не знаю, у меня же динамик лайт включен, но он что-то тут не работает. Нужно потом будет исправить. Может, другую версию какую-то. О, зомбарь уже. Даже зомбари тут такие офигенные. Ух, у меня что-то мышку подглючило. Сейчас, секундочку. Все, уже вроде работает. Как раз такой момент подглючило, когда на меня монстр нападает. Офигеть. О, нужно себе еду пожарить, потому что это не дело. Мне кажется, ли там спавнер? Походу кажется. Уф, крипер. О, офигеть. Тут даже крипер так по-особому взрывается. Скелетрон. Вот капут, тут монстряков всяких. Так, отлично. Что нам сейчас нужно? Давайте добудем еще немного уголька. И, конечно же, алюминия. Точно, нам алюминия еще сколько пригодится. Очень много. Поэтому... О, твою, крипер. Ай! Так. Давайте еще немного тут осветим, чтобы чтобы хотя бы было бы видно, откуда они на нас бегут. О, мы уже шахту нашли, ребята, новую. Ну, как бы, готовую, да? Так, давайте еще немного понадобудем вот этого, чтобы, в принципе, добыть нам нормально так ресурсов, да, и уже, в принципе, не париться тем, что нам нужно будет идти в шахту. Ну, конечно, нам еще нужно будет идти иногда в шахту. Но сколько у нас было ресурсов в прошлом сезоне, там вообще сдуреть можно было. Самое смешное будет то, что если мы найдем фосил в первой же серии. Просто сколько мы уже раз находили фосил в первой серии. Ну, как, конечно, не очень много раз, но было уже пару раз, что первая серия и какого-то нового сезона, и там у нас фосил был. Так, флинт. О, это еще откуда? Вот. Так, отлично, убили. Тут кто-то есть. Нужно это все нафиг осветить, потому что у нас шейдеры стоят, шейдерами вообще ни хрена не видно. Так, сейчас мы назад вернемся, просто я тут смотрю, есть ли еще дальше проход какой-то. Давайте еще вот это соберем. Главное, чтобы сейчас крипер какой-то сзади не подбежал. Так, ну что, давайте пойдемте себе сделаем уже хотя бы какую-то железную кирочку. Так, где у нас вот это? Ставим его вот сюда. Делаем себе печку. А как тут печка выглядит? Я, если честно, еще не видел. Офигеть, как она тут выглядит. О, охренеть. Вот это мне реально нравится. Так, где у нас железо? Вот. Капут, столько штук. Так. И еду, конечно же, нам нужно пожарить, потому что вот это у нас еще есть. Это можно похавать на первое время.
Отлично, пожрали мы, пожрали, ребяточки. Давайте, пока это делается, ну... А, в принципе, одна штучка. О, ну то, что тут даже ачивки так показывают, да, как бы новая версия. В чат даже пишет, что вот, у тебя там новая ачивка. Редстон мне выпал с Марипа. Вот это я чё до теперь не понял. Как Редстон может с Марипа выпасть. Так, железная кирка. Давайте посмотрим, какая она. Офигеть. Вот такая каменная, такая железная. Охренеть, как оно тут офигенно выглядит. Оно быстро копает. Так, давайте сейчас мы закопаем вот это все, выкопаем все железо, все весь уголь. И, конечно, было бы офигенно найти хотя бы один алмазик. Какая-то высота. Уф, 41 высота, охренеть. Тут, конечно, мы вообще ни хрена не найдем. Нам нужно как можно пониже спуститься в шахту, чтобы найти, попытаться хотя бы найти, ребята, один алмазик. Так, давайте вот это. О, там еще, еще, еще. Вот так. Ну, в принципе, 7 штук. 7 штук алюминия. Но нам только на одну хилку нужно 4 штуки. Давайте хотя бы еще себе немного чуть-чуть добудем, чтобы было. Чимчар у нас уже 8 уровень. Отлично, нужно его будет потом прокачивать. И, наверное, второго покемона, которого я словлю, это будет, наверное, Марип, то есть Ампфарос, да, так как, в принципе, он не сильный, и он мне, ребята, ну, как бы он нравится мне, и, в принципе, он действительно сильный. Давайте еще вот тут немного алюминия добудем. Алюминий, конечно же, нужен. Вот так, все. Тут еще вот это. Отлично. Все, 7 уровень. Так, ну, пока что хватит. И давайте еще хотя бы себе немного еды пожарим. Так, что мы сейчас себе можем сделать? Давайте сделаем себе... Сделаем себе меч, чтобы он уже, в принципе, у нас был, да? А, мы сделаем себе, давайте, еще одну кирку, чтобы было на запас. Отлично. Ух, твою мать, напугал. Это звук открывающего покебола. Я так напугался, что сдуреть можно. Так. Флинт, Iron Sword, отлично. Так, сначала давайте, в принципе... Ладно, давайте вот это все соберем, пока оно тут жарится. Давайте сначала все выкинем, что нам не нужно. Вот эту... Это... Stone X пускай будет. Вот это сюда. Вот так. Wooden X тоже нам не нужен. Это вот сюда. Это можно вот сюда. Отлично, у нас же тоже бэкпак тут стоит. Нужно потом себе будет сделать. Так, это мы забираем. Тут у нас уже 6 пережарилось. Давай, жарься. Тут больше нифига нету. А, нам еще нужно немного факелов сделать. Так. Давайте куда-то вот сюда. Вот так, отлично. Сейчас мы печечку заберем, пускай еще немного пережарится. Так как сейчас нам, в принципе, ребята, еда уже нужна. И, ну, я думаю, что уже можно забирать и просто-напросто куда-то подальше спускаться. Не будем мы собирать факелы, нету смысла. А, пускай оно тут будет, пускай тут никакие зомбари не спавнятся. Так как, ребята, сейчас за этим нужно следить. Следить, потому что в любой момент за спиной может заспавниться крипер и просто-напросто нас взорвать. Вот то, что я заметил в шахте, что вообще уже нету покемонов. Не, ну конечно же в шахте должны быть покемоны, может они убавилось немного спауна из-за того, что я добавил монстров, а может просто-напросто это новая версия же Пиксельмона, да? И в принципе тут куча новых всяких биомов, и поэтому может как-то... Тут же, как это можно сказать... Тут же немного изменились спаун покемонов, то есть они сейчас новые биомы, значит в новых биомах тоже должны спауниться какие-то новые покемоны, да? Так, ну давайте пойдемте вот сюда. Я надеюсь, тут есть какой-то проход. Ух, охренеть, тут проход. Нет, ребят, нам не такой проход нужен, нам какой-то людской проход нужен. Ну давайте, в принципе, вот сюда спустимся. Давайте еще... Оу. Оу, понеслось. Понеслось.
понеслось. Так. Что я хотел сказать? Мы, наверное, все-таки, ребята, включим вот тот... Тот мод... Не мод, а... О, какие тут спавнеры. Мы включим, ребята, ту команду, которая, с помощью которой у нас не будут пропадать вещи, когда нас будут убивать. Мне кажется, это намного будет лучше, так как... О, там уже скелетон идет. Так как это, в принципе, намного лучше будет. Даже если будут даже убивать, то вещи не будут выпадать. Ну, чё ты там? Вот так. Так. Нет! 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 Твою мать. Так, ребята, ну что, вернулся я сюда, наконец-то отбился я от мобов, но они там все же продолжают на меня нападать. Сейчас давайте вот это все поскладываем. Как я говорил, в принципе, фиг его знает. Короче, давайте еще немного посидим в шахте, потом посмотрим, что да как. Так, давайте еще вот это соберем. Я думаю, уже нафиг можно отсюда валить, чтобы тут не сидеть много времени. Сейчас соберем еще вот это. Железико. И пойдем мы куда-то. Главное, чтобы, вот как я уже там заметил, криперня там сидит. Главное так смотреть немного, чтобы она на нас не напала. Она... Он уже нас увидел? Твою мать. Ну, харе уже там спавнится. Сколько вас там? Так. Сейчас. Нам нужно куда-то пойти посмотреть, нету ли тут... Это что такое? Это какая высота? 14, ага. То есть тут уже и алмазы могут быть. Это у нас лазурит, да? Да. Ну, в принципе, лазурит нам нафиг не нужен. Ну, пускай будет. Так, давайте еще вот этот соберем. И пойдемте вот сюда. Один алмазик, ну пожалуйста, ну один алмазик нам нужен. Только один, чтобы сделать себе хилку и, в принципе, все. Кого я там слышал? Там еще какой-то проход. Где? Где? Тут. Так, у нас есть еще какая-то кирка, вот, это железная, это каменная. Так, где у нас тут проход? Сверху? Да, сверху. Главное, чтобы там крипер на нас как раз не напал, так, сразу же. Нет. Не напал. Ух, сколько гравия. Сколько гравия. Так, сейчас давайте вот это тоже соберем. Просто офигенные тут текстурки вот этих новых. Ну, как бы, не новых, да, а вот руд, да. Так, это что это? Да, это, конечно же, редстон, что же еще? Редстон нам, в принципе, нафиг не нужен, поэтому мы его даже собирать не будем. Нам было бы фиг... Ну вот, как вы видите, есть один покемон. Ну, как бы, немного покемонов тут есть в шахте, как я заметил. Но это, наверное, как я говорил, просто они спавнятся сейчас в других местах. Наверное, поэтому их и нету столько много в шахте, как было в прошлых версиях. Фиг его знает. Давайте пойдемте куда-то назад. Куча гравия. Не буду я это все копать. Может, конечно, там будет фосил, фиг его знает. Но вот это сейчас все копать, это сдуреть можно. Ух, да харе уж. Ты-ти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 
Где наши мечи? Капут мобов тут, конечно, куча. Ну, харе уже... И... Во, осветили. Фу, хотя бы осветили. Нет, мне так кажется, что... Никакого мы алмаза не найдем. А нужно бы, конечно же. Хотя бы один. А, ну дайте один алмазик, ну не будьте вы такими жмотами. Один алмазик, ребятки, пожалуйста, ну заспамься, ну хотя бы... Ну где ты, ты же мог заспамиться, хотя бы где-то, ну заспамься ты. Ух. А, напролом! Напролом! Так, сейчас лучше немного отступить. Все, отлично. Так, тут у нас что? Опять лазурит, опять железо. И больше нифига. Воу-воу-воу-воу-воу, шустрый. Во, отлично. Так, сейчас тут у нас лазурит, который нам не нужен. Еще немного железа, которое, в принципе, всегда нужно. Так как железо нам нужно, в принципе, сейчас уже и броньку делать. Это, ребят, я говорю, это просто первая серия. Первая серия же всегда нужно в шахту пойти, согласитесь. Как мы будем дальше развиваться без ресурсов. Так что сейчас мы вот это все понадобываем. И пойдем уже, в принципе, прокачивать дальше покемонов, да. Там у нас опять есть гравий, но... Может, там и мобы есть, поэтому... Твою мать, напугал! Так. Нужно. Еще немного палочек. И вот, давайте еще сделаем себе немного факелов. Отлично. Давайте туда потопаем, может, что туда будет. Так. Походу, нифига тут нету. Ну ладно. Тут 100%, наверное, где-то фосила есть, потому что тут столько гравия, что дуреть можно. Ну, я так думаю. Ну, в принципе, это все сейчас копать, это тоже сдуреть можно. Ребяточки, я не знаю, куда нам идти, потому что я уже запарился в этой шахте быть. Но без одного алмаза мы будем лечить наших покемонов только с помощью команды. В принципе, это возможно, да, можно лечить их и так, но... Так, тут тоже куча гравия. Так, ладно, давайте еще пойдем. Я уже не буду собирать те ресурсы, которые у нас уже есть, потому что, в принципе, мы так будем и время терять. Если может сейчас куда-то пойти, хотя бы туда, куда мы еще не были. О, зубат. Так, где мы еще не были? Вот, мы там не были. О, ну да, есть, конечно же, покемоны в шахтах, но, как видите, немного, потому что они спавнятся, наверное, сейчас и где-то и в других местах. Да чё вы так пугаете-то? Вот, все. О, лук выпал. Ну чё-то я нифига не вижу ни одного алмазика. Уже за такое время мог бы и один алмаз где-то заспавниться. Потому что мы уже в шахте столько лазим, что капут. И это, в принципе, нормально. Такая высота 14-я. Где уже, в принципе, алмазы... Хотя бы мы уже пару штук должны были бы найти. Но, как вы видите, нет. Да твою...
Опять лук выпал или что это выпало? Нет, нифига нету тут. Нужно, короче, отсюда нафиг выбираться. Ребята, я так думаю, что закончим мы эту серию вот тут. Может найду еще один алмаз. А может не найду, может мы потом его найдем как-то. И у нас уже, нет, еще есть немного уголя. Может потом найду алмаз, может потом мы вместе найдем алмаз, а может в принципе... А может фиг его знает, может в принципе обойдемся сначала без хилки, а будем лечить покемонов как бы... Как бы обычно, да, то есть... Оу, нет, нет. Будем лечить покемона... можно сказать... И с помощью команды на первое время, пока у нас нету... Пока у нас нету хилки, да? В принципе, посмотрим потом. Так, тут опять куча гравия. Да, да твою ж мать, да... Фу, опять я обосрался, ладно. Так. Офигеть, вы там зачарены. Капут. Ходите тут. Куча гравия. И, ну, короче, нифига тут нету, как я понял. Вообще нифига в этой шахте нету толком. И я так думаю, ребят, давайте на этом закончим вот тут эту серию. Потом, я говорю, потом, может, мы... Сюрприз, да? Ладно, ребят, все, заканчиваем на этом тут эту серию. Ставьте лайки за новый сезон. Серия получилась долгая, мне так кажется. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Потом мы посмотрим, за пару серий мы посмотрим, будем ли мы убирать спавн мобов или нет. Потом посмотрим, потому что, если честно, не знаю. Потом, говорю, потом посмотрим. О, нет, нет. Да не смотрел я на тебя. Потом, ребята, да иди ты в жопу, ну что ты такой-то... Потом, ребята, я говорю, что я еще хотел сказать. А, по поводу сборки. Я уже говорил, ребята, что сборка не сразу будет, так как нужно немного серии, чтобы разобраться, что да как, какие моды мы будем устанавливать, что мы будем вообще делать. Может, я потом еще что-то изменю. Поэтому, ребята, я говорю, может, мы потом еще выключим спавн мобов, это потом мы посмотрим. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.